7.00. Всем доброе утро. На завтрак у меня сегодня два кусочка тоненьких темного хлеба, ткемали, одна котлетка и два кусочка сыра. Ну и оставшейся петрушкой посыпал для красоты. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, хорошего дня, удачного похудения. 9.40. Мой перекус. У меня сегодня запеканка творожная, ребят. Вот никогда что-то не делал запеканку творожную. У меня вечно пирог творожно-морковный, творожно-тыквенный. Тыквы сейчас практически нигде нету, потому что не сезон. Морковка тоже очень дорогая. Я решил сделать просто творожную запеканку с минимумом тоже вот это муки, сахара. Очень вкусная получилась. Я пока резал, уже кусманчик попробовал. Красивая. Плюс я еще, видите, украсил сметаной 15%. Ну, не то, что украсил, оно так вкуснее идет. И голубика. Ребят, вкусно, полезно. И это ответ всем девушкам, которые говорят, а если я работаю? Вот возьми на работу с собой запеканку и не парься. Вы сделали один раз запеканку, там штук 5-6 кусков получается. Ну, 4, если вы большая девушка или парень. Нет, 4 это слишком много. 5 кусков точно вот таких будет в моей запеканке. Ничего сложного там нету. Легко делается. Чашечка черного кофе натурального, немножко молока и пол ложечки сахара. Красиво, вкусно и полезно. Приятного всем аппетита. А на обед у меня сегодня, ребята, гречка. Гречка, салат из помидора обыкновенный и капуста тушеная с филе куриным. Очень вкусно. 18.00. Мой салат. Это новый салат. Как говорится, экспериментальный. Этот салат на основе окрошки. Окрошка, в которую входит яйцо, огурец, колбаса, туда-сюда. Сюда, помимо этого, добавлен помидоры и маслины. И майонез. И все, и получился вот такой салат. Он у меня не устоял в башенке, а рассыпался. Поэтому вот как для мужского канала это нормальное видео. Для женского канала, вы сами знаете, я бы, наверное, его не выставил. А для пацанов нормально. Ребят, это вкусно, я уже пробовал. Обалденно, налетай. 21.00, мой вечерний перекус. Сегодня у меня 3 абрикоски маленьких и 3 сливки маленьких. Такие небольшие. И чашечка кефира по традиции своего домашнего густого кефира. Приятного всем аппетита, спокойной ночи и удачного похудения. И нас на ютубе под хэштегом жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.